Розыскная служба. Лучший из лучших. Я тоже буду работать с собакой. В розыскной команде нужно спокойствие и концентрация. А вы ведь даже сидеть спокойно не можете. Я правда готов. У департамента нет денег на новых псов. Тебе нужна всего лишь молодая, здоровая собака. Проворная, с норовом. Пойдет для розыскной собаки. Она подойдет для всего. Апорт, апорт! Ты перепробовала уже 7 домов. Нельзя упустить этот шанс. Она не слушается. Она слишком нервная. Все жует, копает, ворует еду, никогда не спит. Она даже не знает, где ходить в туалет. Руби! Люблю испытания. Первая собака из приюта в отряде К-9. А... Ладно. Сначала ей нужно прижиться в семье, а потом в отряде. Руби! Управляйте псом! Нет-нет-нет-нет-нет! Эй! Назад! Ты бросишь ее? Она не слушается, она крушит все подряд. Кто же в нее тогда поверит? У моего мужа есть свои суперсилы. Он верит в нечто большее, чем он сам. В тебе есть доброта. Не бойся это показывать. Я возьму. Молодец. Вы здесь, ведь хотите помогать людям. Вы хотите справедливости, чтобы истории имели конец, иногда счастливый конец. Привет! Я в тебя верю. Просто сам тоже в себя поверь. Руби!